морфий. Во время смуты и потерь приехал доктор в город Н. Людей он лечит тут теперь, ведь хочет лекарь перемен. Спасая мрачного больного, себе он делает укол. И что тут странного такого? Садится тихо он за стол. Наркотик душит не спеша. И время дикое плывет, укола требует душа, и смерть тихонечко идет. Готовит женщина раствор, сама садится на иглу, надгробный ставит приговор, и отдается лишь ему. Недуг он хочет излечить, и едет поездом в Москву. Ему уже не изменить, он бредит плавно наяву. Бежит он сумкой от солдат, и видит женщину свою. Куда же пятится назад? Она душою на краю. Вбежал в театр, на кино, и в зале место попросил. Ничто ему не помогло. Себя он взял и застрелил.